Бать, хочешь фокус? Давай. Смотри, сейчас я закручу вот эту вот штуку. Может получиться не с первой попытки. Хочешь узнать, как это делать? Тогда ставь лайк и подписывайся на канал. Сейчас все расскажу. Короче, берешь, откручиваешь вот эту вот штуку. И ставишь строго по вот этой вот штуке. Ну, тут начинается еще заворот такой. Ставишь строго не выше вот этой вот. Вот сейчас вот не строго, не выше вот этой вот штуки. И сейчас я тебе расскажу, как это делается. Надо поставить эту штуку. Надо поставить этот колпачок и закрутить средним или вот этим вот пальцем. Кому как удобно. Мне удобнее средним. И в момент закрутки надо поднять ручку вверх. Не обязательно прикладывать к полу или к земле. Можно и с воздуха, но новичкам рекомендую с земли. И вот как это делается. То есть в момент закрутки средним пальцем мы как бы поднимаем ручку, и тогда оно закручивается еще лучше. Можно, конечно, не поднимать ручку, но так оно плохо закручивается. Мне удобнее поднимать, потому что если... И не всегда получится, если не поднимать ручку, то оно может хуже или крутиться меньше. Лучше поднимать, но так будет просто лучше. Это магия. Подписывайся на канал.